Сегодня белорусская железная дорога – лидер национальной системы перевозок. Являясь одним из важнейших транспортных комплексов страны, она успешно развивается и обеспечивает более 68% грузооборота всех видов транспорта общего пользования и около 42% пассажирооборота республики. Белорусская железная дорога является одним из важнейших связующих звеньев в обеспечении торгово-экономических связей между странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Единая и слаженная система позволяет отрасли успешно внедрять новейшие передовые технологии, обеспечивать безопасность, надежность и бесперебойность работы сложнейшего транспортного комплекса страны. Ускоренные контейнерные перевозки в настоящее время являются одним из приоритетных направлений в развитии грузового движения. Они позволяют сократить время нахождения грузов в пути, упростить таможенные процедуры, обеспечить информационное сопровождение и сохранность и являются альтернативой автомобильному и морскому транспорту. Сегодня активно развивается новый вид мультимодальных перевозок в международном сообщении – контрейлерные перевозки. Их основным преимуществом является возможность быстрого прохождение автомобильным транспортом границ Европейского Союза и выполнение всех таможенных процедур в кратчайшие сроки. В организации транзитных перевозок в сообщении «Восток-Запад-Восток» белорусская железная дорога имеет достаточные технические возможности, развитую терминальную и складскую инфраструктуру, эффективную технологию перегруза грузов и передачи вагонов. Высокое качество погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается благодаря использованию специализированной высокопроизводительной техники для переработки грузов. На городской товарной станции Калядичи для хранения и переработки тарно-штучных грузов функционирует современный крытый склад площадью 5000 квадратных метров. Для работы с крупнотоннажными контейнерами и тяжеловесными грузами задействованы рич-стакеры и козловые краны. Краны оборудованы автоматическими захватами типа спредер грузоподъемностью от 20 до 35 тонн с возможностью штабилирования в три яруса груженных 20 и 40 футовых контейнеров. Автомобильный парк представлен современными контейнеровозами, в том числе с возможностью автономной погрузки-выгрузки контейнеров по технологии «Сайдлифтер». Белорусская железная дорога обеспечивает внутриреспубликанские и экспортно-импортные перевозки продукции и сырья крупнейших промышленных предприятий страны. Среди них Белорусский металлургический завод, Гродно-Азот, Гранит, Беларусь-Калий, нефтеперерабатывающие, сахарные и цементные заводы, предприятия машиностроительной отрасли БелАЗ, Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Гомсельмаш и многие другие. Основными направлениями инвестиционной политики белорусской железной дороги являются обновление подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, внедрение новых и совершенствование действующих технологий грузоперевозок, развитие и совершенствование процесса перемещения транзитных грузов прямыми ускоренными контейнерными поездами, техническое перевооружение грузовых терминалов с целью создания на их базе современных транспортно-логистических центров. Важнейшим проектом, направленным на повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, является электрификация железнодорожных линий в рамках 9-го общеевропейского транспортного коридора. Проводимые мероприятия позволят снизить себестоимость перевозок и потребление топливно-энергетических ресурсов, улучшить транзитную привлекательность и экологическую обстановку. Это позволит предложить грузовладельцам качественно новый сервис, предоставляющий полный комплекс услуг, связанных с переработкой и перевозкой крупнотоннажных контейнеров и тяжеловесных грузов. Большое значение в развитии грузовых перевозок на белорусской железной дороге играет государственное предприятие «Белинтертранс транспортно-логистический центр». Развивая различные виды деятельности, предприятие объединяет в одну логистическую цепочку множество операций на пути следования грузов от отправителя к получателю, взаимодействуя с клиентом по принципу «одно окно». Клиенту достаточно сделать простой запрос, а все вопросы по транспортно-экспедиционному, терминальному и логистическому обслуживанию специалисты «Белинтертранса» берут на себя. Предприятие имеет свои представительства в России, Германии и Литве.
Для повышения конкурентоспособности, оптимизации грузовых перевозок, снижения затрат, белорусская железная дорога внедряет технологию организации и сопровождения грузовых перевозок с использованием электронных документов. Основу новой технологии составляет специализированная автоматизированная система «Электронная перевозка», которая позволяет формировать, передавать и использовать электронные перевозочные, грузосопроводительные и иные документы. Для перехода на новый уровень взаимодействия с потребителями создан первый центр транспортного обслуживания на станции Барановичи Центральная, деятельность которого направлена на привлечение дополнительных объемов перевозок грузов за счет улучшения качества обслуживания грузовладельцев, работы по принципу «одно окно», а также оказания комплексных услуг по доставке грузов. Особое значение сегодня имеют перевозки в страны Европейского Союза и обратно по второму общеевропейскому транспортному коридору, который, соединяясь с Транссибирской магистралью, образует кратчайший и оптимальный по срокам доставки маршрут для транспортировки внешнеторговых грузов в сообщении «Европа-Китай-Европа». Перспективными являются перевозки в сообщении «Север-Юг-Север», в том числе по девятому общеевропейскому транспортному коридору, соединяющему страны Прибалтийского и Черноморского регионов. Железная дорога представляет собой экологически безопасную альтернативу другим видам транспорта, отличается энергоэффективностью и оказывает минимальное воздействие на атмосферный воздух и водные ресурсы. Основным элементом повышения экологичности железнодорожных перевозок является электрификация и переход на электротягу. Использование электротяги позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, уменьшить уровень загрязнения территорий депо и станций нефтепродуктами, шумовую и вибрационную нагрузку от локомотива. Электрифицируемые в настоящее время участки общеевропейских транспортных коридоров позволят белорусской железной дороге соответствовать общеевропейским экологическим стандартам и повысить привлекательность транзитных грузов. Дисциплина и высокий профессионализм, умение оценить ситуацию и применить на практике передовые достижения науки и техники – это те качества, которыми наделены сотрудники белорусской железной дороги, уже давно ставшей символом безопасности, скорости и надежности.